Югра вновь в десятке наиболее благополучных регионов страны. Югра заняла 7-ю строчку. При этом показатель региона за год вырос с 77 до 81 балла. При составлении рейтинга учитывалось отношение доходов населения к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг, среднемесячный объем вкладов в банках на одного жителя. Также во внимание принимались доля семей, которые могли позволить себе купить квартиру в ипотеку, доля населения с доходами свыше 60 тысяч рублей в месяц. Очередное исследование опубликовала РИА Новости на основе данных за 2022 год. Возглавляли рейтинг традиционно самые северные территории. Это Ямал, Магаданская область и Ненецкий автономный округ. Москва и Санкт-Петербург заняли 5-ю и 6-ю позиции. Доходы бюджета Югры в текущем году увеличиваются на 62,5 миллиарда рублей. Расходы более чем на 27 миллиардов. Корректировку одобрили на заседании окружного правительства. Прибавка в казну произошла в основном за счет налога на прибыль. По итогам этих изменений средства направят на опережающее строительство второго моста через Обь в районе Сургута. Также деньги пойдут на подготовку земельного участка для инвестпроекта «Промышленная площадка в Нягани». Выделят финансы и на покупку строящегося и готового жилья. Прежде всего, это позволит обеспечить квартирами детей-сирот и югорчан, проживающих в аварийном и фенольном фонде, отметила губернатор Наталья Комарова. Еще часть доходов направят на выплату ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка и на предоставление мер поддержки участникам СВО. Глава региона поручила не позднее 13 октября разработать нормативно-правовые акты, учитывающие эти бюджетные корректировки. Югра подключилась к проекту «Музейные маршруты России». Сегодня в КТЦ «Югра Классик» в Ханты-Мансийске состоялось подписание соглашения между музеями Югры и других регионов страны. Это взаимодействие позволит совместно осуществлять образовательное и научное сотрудничество, а также поможет укрепить культурные связи между учреждениями. Кроме того, сегодня в рамках форума «Музейные маршруты России» состоялось пленарное заседание. Благодаря этому проекту появляются новые межмузейные выставочные проекты, межмузейные социокультурные мероприятия. Ну и вообще это консолидирует просто общество и развивает в целом музейное дело по стране. Сегодня мы постараемся объединить возможности туристических маршрутов и музейных маршрутов и представить оба направления в музейном событийном календаре и в том числе в тех дискуссионных площадках, которые затрагивают темы сопряженные, ну, например, как изготовление, выпуск и реализации сувенирной продукции. Полиция предупреждает югорчан о новом виде телефонного мошенничества. Звонят, как правило, пожилому человеку, утверждают, что ему угрожает опасность. Далее мошенник помогает своей жертве спастись от неминуемой беды, курируя по телефону. Заставляет купить новую сим-карту и мобильник, а также спрятаться на пару дней в безопасное место, которым оказывается обычный мотель. На это время куратор строго запрещает любые связи с семьей и знакомыми. А пока родственники ищут пропавшего, мошенники звонят уже им и просят выкуп несколько миллионов рублей. Конечно, платить ни в коем случае нельзя. Необходимо сразу обратиться в полицию.